54В2, принадлежащий Министерству обороны, взлетел с аэродрома Чкаловский 29 апреля. Всего через несколько секунд стало ясно, на борту большие проблемы. Самолет, который уже окрестили танцующим, переваливается с крыла на крыло, то задирает нос кверху, то стремится к земле. Очевидцы, снимавшие происходящее на камеры мобильных телефонов, не верили собственным глазам. 100-тонная машина оказалась неуправляемой щепкой. Решили перегнать тушку, стоящую 30 лет на службе ВВС, на ремонтную базу в Самару. Но и сейчас, это уже очевидно, на борту отказала система управления самолетом. Экипаж под командованием летчика Юрия Родионова пытается вправить лайнеру мозги в течение нескольких минут. Но как только машину удается выровнять, она снова заваливается то на одно, то на другое крыло. На посадку удается зайти лишь со второй попытки. Мало того, что самолет сопротивляется, над Чкаловским поднялся ветер. Лишь благодаря профессионализму пилотов трагедию удалось избежать. Число жертв в случае с падением лайнера могло исчисляться десятками. Рядом с аэродромом – дачные поселки. Летчики поймали ритм его движения и начали унисон работать с автоматом. Приугадывая, что в следующий раз автомат сделает крен сюда, он чуть-чуть помогает, а потом обратную сторону ему дает команду. Сели вот. А вот! Все нормально. Не исключено, что на этой чудесной посадке история не закончится. По результатам проверки в отношении должностных лиц, готовивших машину к полету, будут возбуждены уголовные дела. Станислав Редикульцев, Александр Попов, Вести.